В общем, всем привет, приехали дружной компании. Я, батя и два Саши на рыбалку. Я забросил три спиннинга себе с пружинами и три спиннинга бате. В общем, ловить хотели донную рыбу, такие как карп-карась, из нажива горох, кукуруза. Забросил и решил пойти погонять щучку. Сейчас попробуем поймать такую вертушечку. Это была щучка. Плыви, 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 малышка. Давай, давай, давай. Отлично, уплыла. Камера, конечно, по-жесткому глючила вообще. Вроде снимает, вроде нет. Первый карпик клюнул маленький на кукурузу. Произошла следующая поклевка. Тут батя мне отдал удочку. Интересный момент, когда катушка начала рассыпаться. Отдал мне удочку. Ну, карп был очень сильный, просто. Сдвинуть с места было его тяжело, тем более он начал нести в сторону соседской снасти. Там Саня стоял с его удочками. Понес меня немножко. Хотя фрикцион был в таком состоянии, не расслаблен, но и не зажат. Он все равно, то есть, выдавал хорошего. Тут он уже на Саниных снастях, этот карпуша, танцует. Сейчас будет самый интересный момент. Развязка этого. Смотрите внимательно карпа. Тут снасть слетает. Я разочаровываюсь. Батя прыгнул в воду в ботинках. В общем, перепутали снасти. Обидно, обидно очень было. Ну ничего. Это не последний карп в жизни, думаю. Дальше произошла у Сани поклевка. Выше, выше подними. О, это карп, карп. Лечь, лечь. Ого, лещака. Давай, тяни его, тяни. Поднимай его, поднимай резким рывком. Да. Вот это подписчик. Самого большого леща поймала теща, когда наступила на удочку. Такой красавчик. Мы таких ловили только когда это. Когда ездили на. Хороший такой лещик. Тут еще одна поклевка произошла. Но уже с пацачком прибежал. Видно, стоял на точке. Сейчас иду в воду. Отцепилась, да? Да не, есть, она просто маленькая. Ну, забагренный. Так что вон, бычки клевали. И тут интересный момент стоял, вот мой карповик стоял. Выжидал, иногда дергался. И вот произошла долгожданная поклевка. Дождался. Рыба была очень сильная. Видел? И не фрикцион маленькая. Вымотал. А сначала таки. Вот смотри какой. Ух. Оу, 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 оу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты.
Ты готов? Поднимаю. В нем где-то 3 килограмма примерно. Ай, сошел, блин! Куку. А? Кука. Время от времени подходила стая карасей, клевала. Что, в принципе, очень было приятно, потому что сидишь на берегу, втыкаешь вообще. Ничего не клюет. Тут напоследок у бати клюнул карпик. Не спеши, не спеши. Может, он приятных спеши. Таких размерчиков. Небольшой, но не мелкий. Спи, ты спокойно. Он тут. Подними выше, он на месте прокручивает. Да, в общем, такая наша рыбалка завершилась. Если вам понравилось, оценивайте это видео.